27 детей-сирот получили ключи от квартир в Курганинске. Жильем их обеспечили в рамках региональной программы. Новое здание построили на условиях софинансирования власти района и края. Мы участвовали в ряде программ, в том числе и обеспечение детей-сирот жильем. Практически за период этой работы программы 263 семьи получили ключи от квартир и сегодня проживают. В преддверии праздника всем новоселам вручили подарки. Двухкомнатные квартиры сдали под ключ. Сделан ремонт и установлена сантехника. К дому уже подключен газ. Настроение хорошее, впечатление отличное. Ну и за квартиру спасибо. Нужно, чтобы это все делали, чтобы выдавали детям-сиротам квартиры. Ну и чтобы за детьми смотрели. Не оставляли их без жилья и без попечительства. По словам Андрея Ворушилина, в следующем году Курганинский район продолжит участвовать в программе и предоставлять жилье для детей-сирот.